полковник служби цивільного захисту Єщенко Олег Юрійович. Несмотря на возраст 70+, некоторые наши пожарные ветераны захотели подняться на этом коленчатом подъемнике, так сказать, вспомнить молодость. Ну, посмотрим. Памперсы принести? Да, я же говорю, нагрудники дают. Ветераны застряли на высоте... 10 метров. Не, не 10, так, метров снимай, 15. О, глянь, точно уже слез. Снимай ты. Можно слезть. Вот это казалось, чтобы я не видел. Сейчас спросим у ветеранов, как они чувствуют себя после подъема на таком коленчатом подъемнике. Отойдите от люльки. Отойди от люльки, ты так и не хочешь, чтобы мы спустили. Коваленко отказался ехать на 50 метров. Ничего подобного. Меня не пригласили. А вы не успели, вам свет большой. Маленький, отойдите от люльки. Товарищи ветераны, как вы чувствуете отойдите, себя? Там датчик, отойди, датчик. Как датчик, вы чувствуете давай. Себя? Ничего не мокрое. Дальше отойдите от люльки. Отойдите от люльки, вам говорили. Ничего не мокрое, все сухо. Отлично, молодцы. Да. Все нормально. Ветераны это сделали. Молодцы. Вы не думайте, после 50 можно жить, 55. Ясно. Да. Все хорошо, спасибо. Плохо. А чего, Лёнтьев, а чего плохо? Его мало подняли. Лёнтьев, а чего плохо? Я хотел на всю. А. Вы не забывайте, воздух не ветер, ветер не так. Когда мы будем выпускать такую технику? Никогда. Умничка. Умничка. Дуракам не позволено. Это слово ветеранов.